Когда придет твой муж? А? Я про Фермана. Когда он приедет? А? Он звонил, сказал, что у него дела затянулись. Он позже приедет. О, вы уже начали? Почему меня не позвали? Здоровья вашим ручкам. Твоим ручкам здоровья. Да, и моим тоже. С нетерпением жду вечера. Ни на секунду от телефона не отдаляешься, я смотрю. Да нет, я просто госпожа Зухра. Мама, не вмешивайся. Наша Эбру, у которого операция была. Пусть выздоравливает. Что за операция? Аппендицит. Вечером его мама идет на вечеринку. Он не хочет оставаться один. Мама Зухра, может я... Ночью нельзя. Мама, ты хочешь, чтобы прооперированная осталась одна? А знаете что? Пусть сюда приедет. Поест наши манты. Да, точно. К тому же мы давно с ней не виделись. Заодно и увидимся. Хорошая идея, Назира. Ее прооперировали, и неправильно было бы вставать с постели, но... Попробую. Да, конечно, мама, у нее же операция была. Пусть Фарида поедет к ней. К тому же она столько дней дома. Пусть подругу видит. Ну ладно. Как только ее мама придет, сразу домой придешь, хорошо? Позвонишь мне, я Кязыма отправлю. Хорошо, мама Зухра. А, нет, Кязыма нельзя. У Кязыма сегодня дела. Ты позвони, я Джунейта отправлю. А, конечно. Я тогда позвоню ей, да? Позвоню. Мама, да ладно. Ты ей этот дом тюрьмой сделал из-за отца. Положи ему побольше. Барашек, наверное, соскучился. Ух, сейчас наешься. Что ты сделал, Назира? Я столько не съем. Вкусно же. Да что ты там съесть-то не можешь? Там всего-то. Нет, мне не кладите. Я в последнее время совсем запустил диету. Да уж, диета тебе очень необходима. Ну да. Ты и так очень худенькая, доченька. Не спорю, но это в любой момент может измениться. Как дела с работой, Хандан? Надеюсь, не подглядываешь за отцом? С работой все нормально, отец Усман. Но в последнее время нагрузка увеличилась. В этом году у меня даже отпуска не было. Может, поедем на дачу? Мехмед Кемаль, что скажешь? Там сейчас как раз мало народу. Самое время. И когда вы поедете? Не знаю, в конце недели поедем. И ты приедешь, и Хандан приедет. Было бы очень кстати. К тому же для нас это будет разнообразием, да, Кемаль? Конечно. Если вы закончили планировать отпуск, давайте начнем есть. Фарида, дорогая, ты не опаздываешь? Да, я опаздываю, но... Куда мы направляемся в такое-то время? К ее подруге, Эбру, которая была больна. У нее была операция, и Фарида будет ей помогать. Она получила от меня разрешение. Пусть и от меня разрешение получит. Хорошо. Добрый вечер. Я выхожу. Выходишь? Да. Вот и хорошо, тогда и Фариду подвези, чтобы она не садилась в такси. Хорошо. Ты готова, Фарида? Готова. С вашего позволения. Покойной ночи. Увидимся. Всего доброго. А, Фарида.
Когда будешь возвращаться, позвони Джуней, то вместе вернетесь, хорошо? Хорошо. Ты уверена, что она идет к своей подруге? Что это за вопросы, господин Усман? Правда, папа, куда она может пойти в такое-то время? Куда мы едем? К Эбру, да? Ну, Джуней, так не надо. Я и так не могу это забыть. Столько вранья наговорила маме Зухре. Мне очень грустно. Дорогая, но ты же не для себя соврала, ты для меня соврала. Боже мой, не надо переживать, все нормально. Отец Усман тоже разозлился. Не могу забыть его выражение лица. Фарида. Джуней, давай больше так никогда не будем делать, хорошо? Я бы с удовольствием взял бы тебя за руку и вышел бы из дома. Ну не начинай ты опять, Джуней, прошу. Как мы им это скажем? Боже мой, а боже мой. Ну ладно. К тому же после сегодняшней ночи нам уже не нужно будет врать. Не волнуйся. Джунейд, что мы здесь делаем? Никаких вопросов? Но мне очень интересно. Ладно, туда не иди. Поднимайся наверх и жди меня. И пока я не позову, вниз не спускайся, хорошо? Но почему? Нет, Фарида. Ну же. Ну, ладно, хорошо. Эй, Люль! Эй, Люль, стой! Джунейд, ну же! Хорошо, можешь спускаться. Но когда будешь спускаться, свет не включай. Хорошо. Джунейд? Ты... никогда еще не видела такой красоты. А я видел. То, чего я видел, красивее любого человека на свете. Что я сделала, чтобы заслужить тебя? Романтики-то не шарю, но знаю, что свечи это романтично, дорогой. Выглядит очень красиво. Если дальше продолжим говорить о романтике, я чушь начну нести. Но когда мы говорим о тебе, слов явно недостаточно. Я тебя люблю. Фарида. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я перестаю дышать. Ты мое чудо. Ты научила меня жить. Ты позволила мне вновь поверить в любовь. Что ты такое?